Всем привет, с вами я, Екатерина Потапова. Сегодня мы сделаем мучный гамбургер с сосисками, кетчупом и батоном. Для этого нам потребуются сосиски, кетчуп, батон и ножик. Детям мы просим попросить, но в принципе просто родителям можно попросить или отрезать вот так. Я сама разрезала только что. Ножик убираем, он нам больше не пригодится. Кладем одну сосиску на батон. Открываем кетчуп. И наливаем его на сосиску. Так делаем и с второй сосиской. Да, кетчуп нам нужно налить сюда. Вот так вот должно получиться. Накрываем это батоном. Вот и все. Пока-пока, вы были на канале. Спасибо.